Всем привет, с вами Деликатес. В этом видео я покажу вам самый быстрый способ фарма в конце игры. Он находится в локации первоисточника. Дворец первоисточника. Место для любования цветами. За один заход мы получаем 5283 опыта и 1014 монет цен. Первым делом смертельный удар сверху. И убиваем вот этих улиток. Я их так называю. У меня сила атаки 10, и с одного удара, в принципе, их выношу. Следующая тоже улитка. Главное здесь все делать быстро, иначе рискуете умереть. Не знаю, мне так больше нравится. Какой-то риск есть, адреналин вот. Следующая. Смертельный удар сзади. Пока мы делаем смертельный удар, мы неуязвимы для эффектов слабость. Следующая вот эта улитка. Перепрыгиваем это. Бежим к следующей улитке. Все, фарм закончен. Бежим к идолу. Таким образом копятся ценные ресурсы, также дрожжи выпадает, твердый металл, кусок воска и что-то там еще. Ну, если вы что-то можете сделать неправильно, рискуете умереть. Надеюсь, я вам помог. Всем спасибо, всем пока.